Спецсредства для выполнения боевых задач, бензиновый генератор, шерстяные носки, шарфы, коврики и влажные салфетки, очередную партию гуманитарной помощи отправили из Щелково участникам специальной военной операции. Передача груза волонтерам состоялась в офисе управляющей компании «Авангард Восток», которая является партнером Фонда поддержки ветеранов ФОВ и ветеранов Трудового фронта защиты. Ее сотрудники помогают формировать и отправлять гуманитарные грузы. Поступил к нам запрос о том, что необходим генератор. Ну, собственно, мы его закупили и передаем его. Они там, они защищают нашу родину. И мы с своей стороны пытаемся сделать все возможное, чтобы оказать хоть какую-то помощь отсюда туда. С самого начала специальной военной операции это желание помочь сплотило огромное число неравнодушных людей, которые становятся день ото дня больше. Сегодня организация сбора и отправки гумпомощи – это большая, системная, целенаправленная работа, которая ведется 24/7. В нашем округе эту работу возглавляет Щелковское отделение партии «Единая Россия» совместно с ребятами-молодогвардейцами. Сегодня мы видим, какой размах, какие масштабы приобрела эта работа. Она очень здорово изменилась качественно. Вовлечены в эту работу самые широкие слои населения. И мне вдвойне приятно, что эту работу возглавила именно наша партия «Единая Россия». Доставят груз под Авдеевку. Волонтеры, которые возят гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, до 3 раз в месяц. Нам сейчас и вот депутаты помогают, и полиция, и медучреждения нам помогают, и школы, и детские сады, все, и предприятия нам тоже помогают. То есть с каждым днем все больше и больше становится помощи, и, как говорится, естественно, результат больше становится, и мы стали больше отправлять помощи. И этой помощи не бывает много, ведь в поддержке нуждаются не только участники СВО. Ее ждут и на мирных территориях жители новых субъектов Российской Федерации и других областей, которые сегодня тоже подвергаются воздействию вражеской стороны и испытывают трудности. Виктория Мельник, Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.